тему. Раз. Да, попозже. Обоснуть. Вы, парни, хорошо подумали, что? Слушай, да. Да. Очень хотелось сказать, что обратной дороги нет. Все, в конце разрубили уже. Андрей. Помощь? Андрей, вот сюда вставай. Это что за коробка? Пилы, масло, бензин там. Воняет. Убрать некуда пока. Не дело, конечно. Что же сделать? Давай убрать. Вот и до. Уголок. О! Ёбаный рот. Да, это говорю. Отдай. Очко жим-жим, да? Поехали. Ну вот сегодня сказали, что будет кратковременные дожди, а на улице просто пипец, блин. Мы, короче, все намокли, все пришли сюда и начали одеваться на мокрые уже. Вот такую одежду, такую специальную. Да-да-да. А сейчас находимся в кают-компании, очень хорошо, едим дыню вообще. Никакого алкоголя, потому что это нельзя, в море вообще это не рекомендуется. И пока счастливо. Ну, дождь льет на улице. Капитан нас всех... А волна? Волна идет, да. 9 баллов. Никто, кстати, не блюет вообще. Все четко переносят все тяготы и решения. Морские волки. Да. Вот это действительно так? Хорошо. 2 часа. Сейчас. Форматоры, эти корабли идут. Воды пропускаю. Потом то что будет ходить в воду. Шверботы тонут от переворотов, а килевые вроде наши от перегруза. Не надо. Он даже не выключается. Что, одно железо что? Ну. Это такое искусственное происхождение, да? Ну, скорее всего, да. One, two, three. Да. Поехали. Вот, друзья, мы все-таки ехали. И все-таки мы дошли до этого волшебного острова. Что мы узнали за время нашего путешествия? Кстати, оно было очень такое, не скажу, что сказочное. Лил дождь, волна была. Мы ехали по 45 градусов. Ну, соврал, по 30. Ты что, черпали бортом? 23 градуса мы ехали. Ну, неважно, все было на полу. Ну, ничего, мы уже приехали, погода хорошая. Этот остров мы вначале шведский. Потом он стал почему-то финский. А потом наши у него просто отобрали его. На этом острове находилась курортная зона финских людей. И она немножко сохранилась. Он там, как говорит по преданию. И мы ее, наверное, посетим. На этом острове даже был публичный дом. Тоже проверим. Поподробнее, пожалуйста. Публичный дом был. Адреса? Адрес? Ну, посмотрим сейчас. Это. И еще самое интересное. Получили последнюю информацию. Нам передали. Нам сказали, мы вам дадим самую главную информацию. Спонсор нашей экспедиции... Владимир Владимирович! Он дошел, выдержал! Путин! Всю дорогу он с мокрый, но довольный нами. Суракан прошел. Молодец вообще. Распугал. Ну что, найдем мы что-нибудь там? Что-нибудь найдем. Будем найдем, искать. Найдем. А ты как, Костя? Найдем. Что-то найдем. Что-то да? Найдем. Он Игорь что-то нашел. Да? Младший Игорь. А, да, он уже застыл в предвкушении. Он уже охеревает 3 часа, не двигается.